Дамы и господа, у кого есть комментарии? Они свои, может. Алена Марковская, просим. Всем добрый вечер. Я еще немного не разобралась в правилах, но поэтому попробую не совсем точно. Вот у Полины было стихотворение про то, как учиться плавать, а у меня есть про идеальный пляж, про пляж мечты. Может быть, когда идет тоже очень светлое, вот не, как не спор, а как наоборот подтверждающая ремарочка. Я знаю, у каждого в жизни есть пляж мечты, такой, чтоб кувшинки, мурашки и лучший друг, чтоб с Богом хотелось опять говорить на «ты». И он отвечал, невзирая на твой испуг. Я знаю, горячее сердце не в силах ждать законного отпуска, радости по часам. Весь праздник — тот день, когда чувствуешь благодать, а лето, когда бродишь с песнями по лесам. Я знаю, у каждого дома секретный шкаф, где вместо скелета горсть раковин и камней. Записка: «Прости, дружище, что был неправ». Билет в планетарий, а может, даже в музей. Я знаю, у каждого в небе своя звезда, и маленьким принцем стать может почти любой. Пока кто-то строит заводы и города, ты счастлив от мысли, что встретился сам с собой. И с Богом, как в детстве, опять говоришь на «ты», и он отвечает, баюкая твой испуг. Я знаю, у каждого в жизни есть пляж мечты, так уж, чтоб кувшинки, мурашки и лучший друг. Ну вот возьми вот это.